Приветствую всех любителей орхидей! С вами Татьяна и орхидея Хатуюки. Очень мне хочется ее похвалить и показать. И вы знаете, есть за что. Это достойный фаленопсис из семейства орхидных. Это бесконечная труженица, вечная цветунья, красавица. И вы знаете, мне кажется, очень неприхотливый сорт, который одаривает всегда, вот смотрите, вот таким пышным цветением. Эти две орхидеи у меня находятся с 2019 года. Справа это Хатуюки голландец, он чисто-чисто белый. Вот смотрите, белоснежное такое цветение, губки у них абсолютно одинаковые, абсолютно не капризный сорт, всегда щедро цветет и всегда такими, знаете, гроздями красивыми. В этом году это третье цветение. Зимой она выдала один за другим цветонос, вот там одни цветоносов уже целая куча обрезанных. И только отцвела, как снова подает она мне цветонос. Я, конечно, знаете, в восторге от этого сорта. Очень нежный, очень красивый. Посмотрите, какая губа. Это просто произведение искусства. Ну, великолепное создание, нежное. Знаете, вот услада для глаз, вот этот сорт. Я от него просто без ума. Это еще не полное цветение, но мне хотелось их показать вот рядышком. А второй экземпляр – это азиат. Скорее всего, я уже на самом деле не очень помню. Скорее всего, это поставщик Мики. И у меня он получился с легкой розовиночкой. Бывают, я видела у девочек прям такие розовые-розовые. У меня легенькая розовиночка. Вот, это еще не полный цветонос. Не до конца распустившийся, но очаровательное создание. Посмотрите на эту губку. Цветет долго, пышно и всегда радует цветением. Смотрите, каждый хорош по-своему, да? Они практически одинаковы, но все-таки есть какие-то отличия. Вот этот как-то плотно набит, а этот более такой. Ну, может быть, от места расположения, хотя у меня обе стоят на стеллаже под лампой, но свисают далеко-далеко. Очень красивые две орхидейки. И название, мне кажется, очень такое элегантное, подходит этому сорту. Давайте немножечко ближе еще поднесу, покажу. Вот такая красота. Очень много любителей этого сорта. Девчонки показывают фотографию, ну просто у всех красота. Вот такая вот лошадка уже выросла у меня. Вот даже написано первый месяц 2019 года. Январь 2019 года я ее получила в одной из групп ВКонтакте. Вот такой вот прелесть. А это голландец, взрослый экземпляр. Вот такая система посадки. Недавно она была перевалена. Вот на дне керамзит. Дальше немножечко кокосового волокна. И крупная кора в перемешку с углем. А сверху обычный наш мох. Немножечко камушек для утяжеления. Вот такая розеточка. Розетка не крупная, листики такие, смотрите. Аккуратненькие, компактненькие. Абсолютно не крупная розетка. Даже здесь какой-то нет, этот цветочек. Вот такой вот красота. Спасибо всем за внимание. Если вам понравился этот сорт, подписывайтесь. Заходите ко мне в гости. Буду рада комментариям. Если есть вопросы, с радостью отвечу.